Свыше 20 тысяч жалоб и обращений жителей республики обработал Центр управления регионом в Дагестане за 2021 год. Такие данные озвучил руководитель ведомства Султан Абдуралимов. Сегодня ЦУР подвел итоги своей работы и провел обучающий семинар для сотрудников. Жалуются на вопросы жилищно-коммунального хозяйства и, конечно, это и вопросы детских выплат от 3 до 7 лет, вопросы трудоустройства граждан и так далее. Любой житель Республики Дагестан может оставить свой комментарий под публикациями официальных аккаунтов органов государственной власти Республики Дагестан. Далее этот комментарий автоматически переходит в систему инцидент-менеджмент, где специалисты Центра управления регионом Республики Дагестан уже его обрабатывают и направляют в муниципальное образование или органы исполнительной власти Республики Дагестан для дальнейшего рассмотрения и составления ответа гражданина. Основная задача ЦУРа, как и прежде, обеспечить эффективную обратную связь между органами власти и населением региона. Все обращения, которые у нас стекаются в Центр управления регионом, непосредственно также они мониторятся федеральными органами власти. Но благодаря той успешной интеграции Центра управления регионом с руководством Республики Дагестан, большинство вопросов решается уже на месте, да, с учетом взаимодействия с администрацией главы и правительства Республики Дагестан, с министерствами, с муниципальными образованиями. Вот, мы ежедневно направляем эти отчеты, в дальнейшем и контролируем их исполнение.